Дорогие друзья, мы находимся с вами в Кирибилии. Это такое гнездо самых богатых людей Австралии, коими вы можете стать, если приедете сюда с Александром Петровым, лучшим образовательным агентом Австралии. Многие люди это могут подтвердить. Но! Смотрите. Чтобы этого достичь, надо, как говорил дедушка Ленин, учиться, еще раз учиться. Приношу извинения за звук, потому что это расстояние не позволяет мне использовать мой допотопный микрофон. Микрофон хороший, просто длина не позволяет. Вот длина вообще иногда многое что не позволяет. Вот. Но! Вы видите Opera House, вы видите Harbour Bridge, вы видите пристань. Кстати, вот на этой пристани, Jeffrey Street, очень хорошо. Извините за выражение, джуфиш клюет, вот, и многие другие рыбы, поэтому можете приезжать. По оценкам экспертов, рыба здесь чистая, не слушайте государства, эти экологи, государства, они вообще не знают, что на самом деле происходит в их стране и в их городе. Мы сейчас находимся в Сиднее, когда, в общем-то, локдаун, когда... вроде как все закрыто, ходят люди отдыхают, люди ловят рыбу, как видите. У нас мир, покой, благосостояние. И то, что мы меньше немножко работаем, так мы так и задумали. Потому что логика австралийского народа в том, что не надо работать. Все делайте возможное, чтобы и находите любые причины, чтобы не работать или работать меньше. И это... вирус, это зараза, это не послано свыше для австралийского народа, чтобы осуществить его мечты. И если вы хотите приехать в Австралию, приезжайте с Александром Петровым, агентством одной Австралии, и мы здесь ждем вас. И Opera House, и вот эти вот здания, уже не знаю, кому им принадлежат, но кому-то принадлежат, и вот этот вот мост, и особенно вот это вот место, где можно ловить рыбу, это все ждет вас. Увидимся!